Играть, чтобы вернуться Автор Константин Скуратов Книга первая Хроники Нуба Глава четвертая Тише, Нуб, тише Часть вторая Не знаю, какие звуки издают раненые скорпионы в реальности, но этот заревел словно стадо быков и даже присел, чтобы раздавить меня своей массой, отчего меч вошел в рану еще глубже — потекла зеленая слизь, пачкая меня с головы до ног. Я только лишь робко надеялся, что к слюне она не имеет никакого отношения, иначе все было зря, растворюсь к чертовой матери. Я выхватил второй меч, а чего теряться, и тоже воткнул его туда, куда смог, а потом извернулся, вытащил сеть предильщицы и накинул ее на клешни, пытавшиеся добраться до меня. Сработало. Из оружия остались дубинка тролля и топор гномов. Так как топор не засветился, я воспользовался дубинкой и махал ей в полном отчаянии до тех пор, пока где-то далеко наверху не раздался оглушительный взрыв. Под сладкий звук гонга торжественный голос произнес «Вы победили огненного скорпиона. Ваш уровень силы вырос до двух тысяч. Ваш уровень жизни вырос до трех с половиной тысяч. Вы получили пятьдесят тысяч баллов бонуса. Вы можете изменить судьбу». Последнее было совсем непонятно. Скорпион замер, а потом медленно повалился на бок, заодно придавив меня всей своей гигантской тушей. Скорее всего, пытаясь достать меня, монстр случайно выстрелил огненной струей себе в голову. От этого воспламенилась кислотная слюна. В общем, я победил. Только воспользоваться победой не мог, так как оказался под многотонной тушей. От раздавливания спасли двуручные рукоятки мечей, не давшие телу опуститься на камни и расплющить меня до атомарного уровня. Но и вылезти я не мог. Вот такая странная победа. «Блин, с таким уровнем жизни я пролежу здесь как раз до выхода обновленной версии игры, то есть вечно». В наступившей тишине раздался осторожный шорох шестнадцати плюшевых лапок. В отчаянии завопил. «Пацаны, как там по-вашему? Что-то про помыться? Те, ванна! Налетай, торопись! Тут жратвы завались! Те, ребята, эту сволочь! Те, миленькие!» Шажочки затихли. Одинокий голосок протянул замороженно. Ой-е! Укувате! Несколько его товарищей в разнобой подтвердили, что, конечно, тут полный уку, а уж всякого те так вообще не передать. Я уже собрался заночевать в неудобной позе, хоть в скорпионы рисованный, но лежать, уткнувшись лицом в его виртуальное анальное отверстие, это неприятно и унизительно для человека, долгое время жившего в свободной стране, как вдруг в пещеру потряс боевой гастрономический клич обжориков – я физически почувствовал, как давящий на меня вес монстра стал стремительно уменьшаться. А потом и сам завопил от испуга, когда мою ногу бесцеремонно завертели в поисках вкусностей. «Туа, мать вашу, брысь, гаденыш, туа!» Дрыгающуюся конечность тут же отпустили. Еще через несколько бесконечных минут я уже стоял на трясущихся ногах, озирая темный зал, в котором были только я и восемь обожравшихся чебурашек ну, те, Туа! или смог выдавить из себя плюшевый шарик с голубыми глазками. Понятное дело. Столько вкусняшек за один вечер, объелись голубчики. Значит, дальше пойду один. А жаль, как-то уже привязался к этим игрушкам, привык. Встретимся или еще когда-нибудь? Вон с волком тоже все складно вышло, а пришлось прощаться. Ну, дети подземелья, мне пора, сказал я с грустью. Можно на прощание не вставать, переваривайте с миром. Они и вправду не могли шевелиться, только вяло махали лапками и что-то чирикали о вечной дружбе и братском взаимопонимании. А может и не об этом, я же не все их слова выучил. Гнездо Скорпиона оказалось богатым на залежи денег, драгоценностей, оружия и доспехов. Видимо, до меня тут поживиться не удавалось еще никому. Хотя желающих, судя по обилию вооружения, было немало. В основном попадалось откровенное барахло, за которое на рынке могли дать не денег, а в морду – я ногами отбрасывал ржавые мечи, шлемы и доспехи, гремя как кузнец с похмелья. Деньги легко уместились в кошелек, туда же сыпались сами собой два мешка самоцветов. Те! Не вставая, пролепетал один из чебурашек и едва заметным жестом усталой лапки указал на темное отверстие в стене. Понятно, Скорпионова спальня. Так как хозяин, скорее всего, сегодня уже не придет, да и был явно холостяком, что радовало безмерно. Не нужно ожидать возвращения из местного аналога магазина разъяренной супруги. Я вошел в темноту без особой опаски. Спальня откровенно напоминала гараж. В основном из-за длинных многоярусных стеллажей вдоль правой стены. Я повеселел. Стеллажи были плотно уставлены однотипными сундучками, в которых в игре принято хранить разные полезные вещички – Неспешно опустошая сундучки один за другим, я постепенно заменил арендованные у графини железки на более новые и навороченные. Сундук со свитками я закинул в инвентарь целиком, даже не вникая в тексты. Если ерунда, выброшу позднее. Помахал мечом скорпиона-рыцаря. С таким прошел бы подземного тролля, не останавливаясь, честное слово. Забрал магическое копье скорпиона-воина. Ну и что, что оно становится чем-то запредельно убийственным только после изучения специального заклинания. Я же за книжкой сюда и пришел, выучу и остановился у самого большого сундука, потому что подсказка гласила «Нужен ключ Скорпиона». Обидно, блин. С недаемой тихой грустью я поплелся обратно, вышел в зал, переступая через стонущих от переедания плюшевых обжориков, и замер там, где должно было лежать величественное тело огненного скорпиона, смутно белел небольшой предмет. Ну, верно же, тело съели, предмет выпал. Я подошел и вызвал подсказку, уверенный в своем невероятном везении. Ключ скорпиона трехразовый. Вот он, красава. Еще и многоразовый почему-то. Схватив ключ, я бросился к сундуку. Не должны подлые разработчики из-за обычного человеческого ехидства запереть пустой ящик. Теоретически ведь можно было ограбить Скорпиона и улюзнуть, но в этот сундук мог залезть лишь тот, кто лишил его охранника жизни в честном бою. И этот кто-то – я, я! Сундук по-честному открылся. Какая-то груда хитиновых пластинок и даже подсказки нет почему-то. «Хотите ли вы надеть полный набор прямо сейчас?» – впервые за игру спросил приятный женский голос. «Есть, оказывается, разнообразие в звуковом сопровождении?» Я помялся в сомнении и даже построил ответную фразу, типа «как-нибудь позже, для начала неплохо бы разобраться в функциях набора, вдруг он превратит меня в преемника огненного скорпиона и будет в этой пещере остаток жизни маяться и материться некий тупорылый жадина, с разработчиков станется». Фразу-то я выстроил правильно, вот только начал «да уж как-нибудь», раздался металлический ляск, женский голос констатировал – вы надели уникальный набор доспехов белого скорпиона. Уровни защиты и нападения увеличились на 1000 баллов каждый. Уровни ловкости, скорости и меткости увеличились на 500 баллов каждый. Уровень магии увеличился на 300 баллов. Открыта функция изменения судьбы после достижения пятого ранга. Я ошарашенно оглядел себя. Все тело покрывал красивый доспех благородного цвета парного молока». Ну, попадись мне сейчас, робот-полицейский. Хотя парень был насквозь положительный. Стало быть, пускай живет мозги в консервной банке. Я вспомнил про интерфейс, вызвал его, вчитался. И понял, что жизнь в игре начала задаваться. Хоть прямо здесь сохраняйся. Имя Нуб. Раса «Человек» по умолчанию. Специализация «Бродячий рыцарь» открыта. С пятого ранга дополнительная функция. Дополнительно «Темный маг» по умолчанию. Ранг второй. Уровень 13. Основные характеристики сила в скобках 2000, 4000, жизнь 3500, магия 500, сопротивляемость магии 2500, выносливость 3000. Дополнительные характеристики ловкость 520, скорость 500, интеллект по умолчанию, меткость 500, защита 1020, нападение 1020, бонусные баллы 1 800 тысяч. Книга заклинаний нет. Купить. Количество заклинаний 24, золото 27 500, драгоценные камни 1450. Свое остальное имущество я перечитывать не стал. Лишь выбросил пару-тройку совсем уж никчемных вещей, ибо выносливость хоть тоже подросла, но таскать запросто так меч с уровнем ущерба в 5 единиц заодно и место в слоте освободил для грядущих сувениров. Праздник величия портил только показатель интеллекта. Ну и хрен с ним. Доберемся и до него когда-нибудь. Я вышел в зал, весь в белом. Я чувствовал себя так, что можно было в засос поцеловать первый встречный железнодорожный состав на полном ходу. Величаво поклонился дремлющим обжорикам, если бы не они, никогда бы не нашел ключ и, могучий поступью, направился в единственный туннель. Больше отсюда выходов не было. Коридор ощутимо уводил вниз. Стало заметно темнее, ответвления попадались все реже. Неожиданно впереди открылся провал. Я осторожно посмотрел вниз. Несколько ярусов точно таких же туннелей. Даже если переберусь на следующем, снова приду к провалу. В прямом смысле, а не переносном. Лабиринт же ведет к своему центру, это понятно. Центр где-то на глубине. Прыгнуть, что ли? Я рассчитал траекторию, не хотелось оказаться на дне сразу. Мало ли что, вполне может не хватить на восстановление и всей моей теперешней мощной жизни. Вдохнул, выдохнул и прыгнул. Приземлился, как планировал, на следующем уровне. Жизнь и выносливость в интерфейсе лишь едва заметно вздрогнули. Это внушило оптимизм и заставило забыть об элементарной осторожности – на следующем уровне нога попала на неприметный бугорок, я взмахнул руками и решительно отправился отсчитывать горизонтальные уровни по вертикали. Удалось за что-то зацепиться на шестом, или на девятом, или даже на одиннадцатом. Я лежал весь в белом, с неподдельным волнением, наблюдая, как мой уровень жизни балансирует вокруг скромной сотни. Физически это ощущалось, словно я все-таки поцеловал железнодорожный состав. Прошло очень много времени, прежде чем уровень решился дать мне еще один шанс и начал расти. Я ему не мешал, наслаждаясь каждой новой сотней баллов. Когда я встал на ноги, по мягкости напоминавшие резиновые шланги, жизнь почти дошла до своего максимума. Оглянулся. В провале виднелись еще несколько уровней. Но спасибо как-нибудь в другой раз, и не в этой жизни точно. И побрел по сумеречному туннелю навстречу неизвестности». Неизвестность оказалась удивительно обаятельной, замечательная добрая улыбка на все сто сорок идеально острых зубов, прекрасные длинные руки с тонкими нервными пальцами пианиста душителя. Ладно скроенная двухметровая фигура на превосходно кривых ногах. так и хочется закрыть глаза, вытянуть шею и получить удовольствие от собственной смерти. Эх, дружище! – сказал я с радостной улыбкой. «И что это я в тебе такой влюбленный? Никогда бы не подумал, что у меня такие извращенные вкусы». Встреченный сипло зашипел, да так музыкально, и бросился меня обнимать, целовать. Спас доспех белого скорпиона. Идеальный парнишка не смог его прокусить ни с первого раза, ни со второго. Тогда я, рыдая от ненависти к самому себе, поднял меч и опустил точно на голову неизвестного красавца. Морок исчез мгновенно. Передо мной лежало такое чудовище, что назвать его красавцем не рискнул бы даже слепой. Черная кровь, слегка фосфорисцируя, растекалась вокруг жуткой твари, на шее которой висел явно женский медальон. «Вы нашли магическое ожерелье привлекательности графини. Новое задание – вернуть вещь владельцу». «Сильная штуковина», – я подумал и решительно нацепил ожерелье на себя – и что с того, что женская? Зато теперь меня будут любить, а не жевать. Снова склонился намного легче, преодолев брезгливость над трупом. Полуношник. И гонка почему-то не зазвенел. Видно, за этого парня награда не была предусмотрена по умолчанию. Золотишко у него не водилось, зато выпали четыре самоцвета величиной с кулак каждый. Замельтешили подсказки. Магический рубин из короны владыки недр. Магический изумруд, магический топаз и магический сапфир из той же короны. Урод оказался банальным жуликом, помешанным на драгоценных камнях. Логика его действий позволяла предположить, что для комплекта осталось стащить из короны магический алмаз. Я внимательно осмотрелся. Нет, не стащил. И уже вряд ли стащит. Почему? Да потому что я его зарызал нафиг. Туннель помалу перестал опускаться и превратился в просторный коридор с высокими сводами. Поначалу я даже с перепугу ткнул мечом в неожиданно появившегося рыцаря. Каменный. Присмотрелся, стоит на постаменте, как и положено статуе. А вон еще один такой же, только с копьем. Стало понятно, что моя цель близка. Интересно, у кого я буду выпрашивать книгу заклинаний? У человека?» книжного червя, обретшего разум после поедания энциклопедии, или некой мыслящей субстанции, переливающейся всеми цветами радуги и загадочно светящейся калейдоскопом иероглифов. Коридор привел к закрытым воротам, ибо дверей такого размера быть не должно в принципе. По бокам стояли близнецы Грифоны, тоже из камня, решил я и больше о них не думал. Потянул кольцо на створке. Меня здесь не ждали. Да и сделано кольцо странно, высоко и с утолщением посередине. А, это же средневековый вариант дверного звонка. Я и стукнул кольцом по двери. Сначала легонько, потом посильнее, потом вошел во вкус и затарабанил, что из силы. Грохот поднялся такой, что разбудил бы даже спящую принцессу на горошине. А зря я больше не думал о грифонах. Только случайный взгляд в бок позволил заметить приближающуюся тень, и чувство опасности включилось по максимуму. Я отскочил от ворот, едва не впечатавшись спиной в стену. А два орла на львиных лапах уже двинулись ко мне, кудахча что-то ругательное. И намерения у них были далеко не дружественные. Наверное, я их не вовремя разбудил. Понимаю, недовольство сам по жизни сова. Выскочившая подсказка не порадовала. Каждая жертва мутации обладала десятью тысячами баллов силы. Правда, уровни жизни у обоих едва дотягивали до трех тысяч. Но если эти петушки смогут клюнуть меня одновременно, я метался по широкой площадке, стараясь, чтобы грифоны все время мешали друг другу, и эпизодически бил ближайшего ко мне льва с куриными мозгами. А потом во время очередной пробежки заметил, что ворота немного приоткрылись. Пусть живут, решил я, и бросился в теснину щели. Ведь может быть такое, что пернатые кошачьи совсем не убивать меня собрались, а напротив, благодаря магии ожерелья воспылали ко мне любовью. Только проверять эту гипотезу не было ни времени, ни желания, ни близкого сохранения. За воротами оказалось нечто вроде огромного колодца, вдоль стены которого вниз вилась узкая лестница. Назад хода уже не было. Грифоны с разбега захлопнули ворота своими могучими телами и теперь, видимо, выясняли между собой извечный русский вопрос, кто в этом виноват и что с ним делать. Во всяком случае, клекот стоял такой, что шум птичьего базара был слышен даже через толстый металл дверей. Я перевел дух, всерьез подумал, не сохранится ли прямо сейчас, с сожалением отказался от этой разумной идеи и зашагал по широким неудобным для обычного человека ступеням. Спуск долгое время казался бесконечным. Не происходило ровным счетом ничего интересного, страшного или просто ужасного. Я наловчился ритмично преодолевать ступени в три приема, напивая идеально подошедшую под шаги мелодию We will, we will walk will, will you. К сожалению, это были все слова песни, что пришли на память, поэтому примерно через час она мне надоела хуже горькой редьки, которую я никогда не пробовал. Наконец внизу показалось какое-то кроваво-красное свечение. Я пригляделся, словно гигантская куча тлеющих углей. Это что так выглядит ад глазами разработчиков? Видимо, создание этой локации пришлось на период хронических задержек заработной платы. Я спустился еще на один виток и замер, так как лестница закончилась, а еще потому, что подземелье сотряс жуткий голос, усиленный колодезным эхом тварь дрожащая, как ты посмела нарушить мое уединение?» «Это вы мне?» – спросил я в раз осипшим голосом. «А что, тут есть кто-то еще?» – захохотал голос. Куча углей внизу зашевелилась, потянулась вверх, приобретая четкие формы. Огромная голова на очень длинной шее. На спине медленно раскрылись крылья, как у летучей мыши, Гигантские задние лапы ощетинились когтями. Дракон. Приехали. В общем, против такого надо не с мечом выходить, а с реактивной установкой залпового огня. Рептилия немного не дотянулась до меня, разинула пасть, в которую я бы смог войти с гордо поднятой головой и прошествовать соной прямо в желудок. Сейчас ты умрешь. Я еще раз окинул взглядом монстра, почти готовый с ним согласиться, как вдруг. – сказал предельно вежливо. «Прошу прощения, возможно, это не мое дело, но у вас нога просвечивается». Дракон застыл с открытой пастью. Через некоторое время тот же голос переспросил и торопила. «Нога? Какая нога?» «Левая, задняя», – ответила я честно. «Сквозь нее плиты пола видны». Дракон качнулся на глазах, уменьшившись в размерах. «А так?» Так не просвечивает. Зато зубы из белых стали зелеными, и гребень на голове теперь больше похож на петушиный. Дракон уменьшился вдвое. А сейчас нормально? В голосе больше не было агрессии, скорее уж озабоченность и разочарование. Да, сейчас вылитый дракон, поспешил я успокоить его. Можно я спущусь? Я, собственно, если в меня не тыкать острыми предметами, совсем не кровожадный. Если вы владыка недр, у меня для вас хорошие вести. Я не владыка недр, со вздохом ответил голос. «Ладно, спускайтесь. Там лестницы нет. Прыгайте с камня на камень. Видите, выступают из стены. Вот по ним и прыгайте. Вот что значит отсутствие практики. Обычный дракон не получился. Позорище какое!» «Но почему?» – возразил я, стараясь не пролететь мимо еле видных в полумраке выступов. «Замечательный дракон. Я даже испугался, честное слово!» Голографический дракон исчез. Вместо него посреди темного зала, за столом, освещенным толстыми свечами, в массивных канделябрах, сидел невысокий человек со странным лицом. Странность заключалась в том, что лица как такового не было, оно ежесекундно сменялось новым. Вот орк, стоило моргнуть, как вместо орка уже таращился бородатый гном, которого тут же сменил некто очень похожий на жабу. Лишь глаза оставались неизменными красные угольки с черными точками зрачков. Меня слегка замутило от такого калейдоскопа. «Еще раз прошу прощения», — сказал я. «Нельзя ли на время нашей беседы оставить какое-нибудь одно лицо, желательно гуманоидное, а то я забыл, зачем пришел, извините». «Все вы сюда приходите за одним и тем же», — сварливо ответил человек, затормозивший благообразное лицо убеленного сединами гнома. «Мечами машете, копьями тыкаете, Свиток заклинаний, телепортации вам подавай, чтобы, значит, по всему нашему миру без усилий перемещаться. Халявщики, одним словом, а у меня его, между прочим, нет. А что есть? спросил я, чтобы поддержать разговор. А ничего нет, крикнул собеседник. Такого свитка вообще не существует. Это баг. Создатели в последний момент от него отказались, а квесты с упоминаниями не вырезали, вот и прутся всякие. А вы их, стало быть, драконом встречаете. Иначе никак вздохнул псевдогном. «Они же лезут с верхних уровней, практически неубиваемые, прокаченные до предела. Только старый добрый дракон и спасает. Пока на него силушку истратят, тут я чарами сзади». Гном поперхнулся, закашлялся. «Что-то я тут вам правду-матку выкладываю». Он пригляделся, заулыбался одобрительно, тряся бородой ожерелье привлекательности. Умно, очень умно. А я и думаю, с чего вдруг сидим, беседуем, а я вас еще ни разу не убил. И перстенечек против моей магии сильный. Поздравляю. Хорошо подготовились. Опыт, сын ошибок трудных, ответил я, потупив взор в смущении. Но я, честно говоря, к вам не по квесту. Мне ваша помощь нужна. Настала очередь собеседника замереть с открытым ртом. «Помощь?» Продышавшись, воскликнул он изумленно. То есть вы не собираетесь рубить меня? Только в случае самозащиты, заверил я горячо. У меня здесь другие планы, а для их исполнения мне нужна книга заклинаний. Вот я к вам и отправился. За книгой? Недоверчиво переспросил собеседник. Да. Дошли до меня, не имея книги заклинаний? Дошел вот. И хотите, чтобы я ее вам дал? Я хотел купить наверху, сказал я виновато, но у меня не хватило денег, а в долг никто не дает. Пришлось к вам. Старик тихо захрюкал, медленно сползая с кресла под стол. Мелодичный гонг заполонил звуком все пространство. Раздался торжественный голос диктора, самого центрального телеканала. Поздравляем! Вы приобрели могучего союзника, повелитель иллюзий. Жизнь десять тысяч, сила десять тысяч, магия двадцать тысяч, выносливость пять тысяч. А я, нуб хренов, за беседой даже подсказку посмотреть не вспомнил. Я подарю вам книгу заклинаний, отсмеявшись, сказал новоявленный союзник. У меня их действительно есть много. Он взмахнул рукой. Стена за спиной осветилась, оказавшись книжным стеллажом, которому не было ни конца, ни края. «И видите, это все книги заклинаний», – с гордостью сказал повелитель иллюзий. «Выбирайте любую». «Как выбирать-то?» – растерянно спросил я. «По полкам лазить?» Протяните руку. Нужная вам книга сама выберет вас». Я вытянул руку ладонью вверх. В тот же миг стеллаж будто взорвался. Книги сорвались с полок и полетели в мою сторону. Я втянул голову в плечи и зажмурился. Хорошенькое дельце – умереть за миг до удачи, убитой знаниями. Что-то лекло на ладонь, ощутимо придавив ее своим весом к столу. Я осторожно открыл глаза. Величиной с чемодан, толщиной в пять энциклопедий о вкусной и здоровой пище – Черная кожаная обложка с красными иероглифами на ней. Е-мое, как же ее таскать-то смогу? Просто положить в слот, подсказал повелитель, заметив мои сомнения. Книги заклинаний не имеют ни веса, ни объема, так что на этот счет не переживайте. Спасибо, искренне ответил я, так и сделав. Подскажите, а как мне обратно в город вернуться? Насколько понимаю, обратной дороги отсюда нет? В сам город попасть не помогу. Есть пара выходов неподалеку. Устроит? Конечно. Повелитель иллюзий встал из-за стола, подошел к стеллажу, взмахнул рукой, стеллаж на глазах растаял, открыв за собой обычную белую стену с дверью посередине. Специалист, с этим не поспоришь. «Я вам там сразу несколько своих заклинаний записал», — сказал он на прощание. «Иллюзии некоторые простенькие, на досуге потренируйтесь, вам должно понравиться». Заодно, как меня вызвать. С этим прошу не перебарщивать. У меня здесь тоже дел хватает. Без крайней необходимости не побеспокою», – заверил я. Даже руку к сердцу прижал. Когда я уже сделал шаг в раскрытую дверь, за которой светилось совсем другое подземелье, повелитель иллюзий окликнул. «Чуть не забыл. Вы интересовались владыкой недр». Это титул главного гнома, поаккуратней с этим народцем. Хвостуны ужасные, хотя надо отдать должное каменотесы отменные. Если не собираетесь с ними воевать, то при встрече просто восторгайтесь их поделками и таким образом наверняка сумеете расположить к себе. Хотя сейчас у них проблемы какие-то. Владык сам не свой. Потерял что-то важное. Я кивнул на прощание, сделал еще один шаг, оглянулся. За спиной серела гладь обычного камня. Почему-то страшно захотелось сделать сохранение. Я не стал возражать. Чувство самосохранения подводило меня редко.